Что-то еще хочется поговорить, девочки-валечки. Ничего-то хочется еще. Вот знаете, пока груди не выросли, девочки-мальчики, пока груди не выросли. Там одна писала мне, ёб твою мать. Ты кто? Че баба, че мужик? Ой. Я даже не знаю. Вроде муж, пипи, это мужская. Разговор могу сделать и женский, и мужской. Да, и даже детский. Да. Я ж актер, девочки, мальчики. Я ж актер, актер Погорелого театра всяких соцсетей. Девочки, мальчики, сейчас кофе, чай попьем. И расскажу мыслю свою. Там можно отдельную передачу делать. Да. Титик вроде нету. Видите, нету титик. Нет. Ну я думаю, что у женщин всегда есть титики, да? У баб. У девушек, да? Есть же титики? Есть. А у меня, извините, я не баба. Я, во-первых, мужик. Мальчик. Попрягайчик. Ай, блин. Давайте не будем это тему развивать, мы большую, понимаете? Вот. Это я для ютубщиков говорю, мил мои. Мы же все прекрасно знаем. Вот некоторые люди, они такие выкидоны пишут, прости господи, что сами непонятно что написали, что вы делаете, нехай им здоровье, таким людям. Ну, я просто ржу над таким людьем. Людьем, блядь, ем, прости господи. Ну, неважно, девочки, мальчики. Кто из нас тут дурачок? А? Если пишет гадость, ну кто из нас дурачок? А чтобы его услышали? Чтобы его это обозвать? Ой, он так начинает рыдать. Вот говорит, он меня позвал, я буду жаловаться. Ой, ой, ой. Я не могу, плакать хочу. Ой, 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 ой. Божечки ты мой. Я вообще валяюсь, когда мне первый раз, когда кто-то там написал, когда я только начинал YouTube открывать, написали мне хуню-мыню. Я так переживал, аж хотел канал удалить. Потом девка говорит, ты чё, ебанашка, что ли? Ебанушка.